Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Привет, Соня, это тебе. Ух ты, спасибо. Посмотрите, ребята, какая красивая роза. Это у тебя в огороде такие красивые розы растут? Нет, ты что? Я в многоэтажке живу. Это я специально для тебя на клумбе сорвала. Там таких роз полно. Лёва, ты, конечно, молодец, что цветы даришь. Мы очень цветы любим. Да, девочки? Только зря ты эту розочку с клумбы сорвал. Почему? Тебе что, не нравится? Может, белую надо было? Ни белую, ни красную, ни розовую, никакую. За эту розочку, между прочим, тебя милиционер оштрафовать мог. И правильно бы сделал. Да ну, уже один цветочек, там же таких роз полно. Что, жарко, что ли? Много-то много, только ты представь, если бы все так подумали, как ты, знаешь, что тогда случится? Что? Так на наших цветочных клумбах ни единого цветочка не останется. А что, жалко, что ли? Потому что все их начнут рвать? Ну да. Знаешь, Лёва, а ведь наш Тирасполь всегда красотой славился. Его даже зеленый город называют. И больше всего его украшают цветы. А если их все оборвать, какой он станет? Серый и некрасивый. Да, об этом я не подумал. Ну ничего, Лёва, ты не расстраивайся. Главное, что ты понял. А я знаю, как ты и все наши ребята могут сделать наш город еще чище, красивее и добрее. И как же? Ну, во-первых, красоту нашего города беречь нужно. Давай подумаем, что мы с тобой можем сделать. А, я знаю, цветы с клумб не рвать. Ну, это понятно. А еще? А еще можно даже в своем дворе собственную цветочную клумбу посадить. А на следующий год на ней цветочки вырастут и всем любоваться будут. Вот молодец. А еще? А еще за деревьями ухаживать. Следить, чтобы дети ветки не ломали. И чтобы деревца росли большие и красивые. Отличная идея, совершенно верно. Это ведь так здорово, когда наш город весь в зелени и цветах. Правда, ребят? Ага. А как наш Тирасполь сделать чище? Он так вроде бы ничего. Лёва, это очень просто. Не мусори на улицах. А я не мусорю. Вот и молодец. Ребята, а если вы видите, что кто-то бросает бумажку мимо урны, то не нужно стесняться и делать замечания, даже если вы младше по возрасту. Да, про это я даже и не подумал. Неудобно как-то. А очень даже зря. Вам же не все равно, в каком городе, подъезде или дворе вы живете. Чистом или грязном. Ну, это как у себя дома. Вы же не позволите гостям пачкать ваши стены и ломать вашу мебель. Правда, ребят? Ага. Соня, скажи, а как наш город можно сделать добрым? Лёва, ну это еще проще. Я думаю, когда на улицах нашего города красиво и чисто, у всех людей сразу настроение поднимается, и они улыбаться начинают. А значит, и весь город становится добрее. И веселее? И веселее. А еще, ребята, у нашего города скоро день рождения. Да? Сколько ему лет исполнится? Ну, можно сказать, он уже дедушка. Ему целых 226 лет исполнится. Ну и ну, какой древний. Чем более его уберечь нужно, чтобы он остался таким же красивым и зеленым. Еще для наших внуков и праправнуков. Конечно,
и ваша забота, ребята, будет лучшим подарком нашему любимому Тирасполю на именины. Ну а теперь мультфильм смотрим. Ну что, ребята, начинаем готовиться к празднику уже сегодня? Сейчас уже не жарко, и можно взять с собой венечки и совочки, чтобы подмести у входа в подъезд, да? Или взять тряпочки, ведерки с собою и помыть панели на площадке. Лично я прямо сейчас и пойду. Пока-пока, друзья! Я с тобой! Увидимся, ребята! Цветные сны совсем не спят, чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, надеть пижамку нужно.